Здесь стоит осмотреться. Здесь стоит осмотреться.
Медальон дрожит. Это место силы. Расколдовать Вуму было нелегко, но это удалось благодаря общим усилиям Йеннифер и всех ведьмаков. Оказалось, что самый отвратительный человек на свете — это вовсе не человек, а тот самый эльфский чародей, который сопровождал Цири во время ее бегства от дикой охоты. А Валак, под этим именем он был известен нашим героям, сообщил Геральту, что Цири находится в убежище на острове Туманов. Рад тебя снова! До свидания. Да славится вечное дело. Дай-ка посмотрю.
Спасибо, будь здоров. Ничего она не колдовала. Да ни слова. Слово эльфа стоит меньше, чем людское говно. Это же ромашка и зверобой. Она их заваривала огнем в животе. А, значит, эликсиры все-таки варила. Друга записан. Отец подтверждает. Какие эликсиры? С ума сошли. Слышал когда-нибудь легенды о Белом Воле? Тебя тоже ненавидят, Бакке. Все обязательно должно быть так. Куда дешевые деньги, разбавленное вино. Эй, это наследство. Не я его выбирал. Зато от тебя зависит, что ты с ним будешь делать. Знаю, поэтому я и... Вечно. Хочешь перепихнуться? Скажи, когда что-нибудь наконец слышишь.
глазища у тебя змеиные, а язык? Очередной прибудой. Расколдовать Вуму было нелегко, но это удалось благодаря общим усилиям Йеннифер и всех ведьмаков. Оказалось, что самый отвратительный человек на свете – это вовсе не человек, а тот самый эльфский чародей, который сопровождал Цири во время ее бегства от дикой охоты. А Валак, под этим именем он был известен нашим героям, сообщил Геральту, что Цири находится в убежище на острове Туманов. Здесь что-то есть. Где-то мать.
Конец зла есть только боль. Нет добра, нет зла, только боль. Дурак.
Новиград — это образ мысли. Это сейчас как вечный огонь. А! Хватит с меня! Однажды мать нашла у бока своего умирающего младенца и впала в отчаяние. Шевелись, плотва.
Шевелись, плотва! Танцуем? Сука! Ведьмак! Ян Вердун, помнишь меня? Ты спас меня от утопцев. Тогда у меня не было гроша за душой, а теперь... Гляди, кошель набит доверху. Ага. Деньгами беженцев из лагеря. Ну как, месть была сладкой? Я думал, ты за наградой. Денег я тебе с удовольствием дам, ты ж меня спас. Но если ты ищешь неприятности, ты их найдешь. Вижу, зря я тебя развязал. Ну, что было, того не вернешь. Но я постараюсь, чтобы совесть тебя недолго мучила. Взять его! Отдохни.
шкуру с тебя спустить. Есть что сказать напоследок?